Сорт томата желтый виноград. Этот сорт из Италии. Вот такие вот персикового цвета, небольшие красивые плоды. Это среднеспелый, низкорослый сорт, высота растения до 1,20 м. Требует посынкования частично и подвязки к опоре. Масса плодов от 20 грамм. Они круглые, как я уже сказала, персикового цвета. Этот сорт хорошо подходит для зимнего хранения. После снятия плоды можно хранить в прохладном месте очень долгое время. В разрезе томат ярко насыщенного персикового цвета, очень толстостенный, поэтому он очень хорошо подходит для консервирования в целом виде и также для засолки. Томат при этом не разваливается, сохраняет свою форму. По вкусу томат с характерным томатным классическим вкусом, кислинка присутствует совсем-совсем небольшая. Советую всем этот сорт, так как очень хорош в засолке и при консервировании. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видео.